Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим одну задачку. Значит, дается прямая А и три точки А, Б и С. Вот надо через эти точки провести прямые, параллельные прямой А. Значит, для этого нам потребуется с вами треугольник и линейка. Итак, я прикладываю треугольник к прямой А. А линейку придвигаю так, чтобы наш треугольник спокойно мог скользить. Вот, видите, да, вверх-вниз. И начинаю двигать наш треугольник вниз. Вот я дошла до точки С. Сразу провожу прямую, параллельную прямой А. Я ее назову С малая. Далее пошли вверх, придерживаем аккуратненько, дошли до точки Б, проводим прямую и давайте назовем ее Б малая. А теперь точно так же проводим вверх до точки А. И назовем эту прямую D малая. Значит, мы с вами можем сказать, что все эти четыре прямые будут параллельны. В седьмом классе знак параллельности отмечается вот так. А параллельно B, параллельно C, параллельно D. Спасибо за внимание.